Здравствуйте, уважаемые зрители канала Tactic Media. Сегодня у нас продолжение цикла про русско-японскую войну. И сегодня мы поговорим о сухопутной войне, о довольно большой и масштабной сухопутной войне в Маньчжурии, то, что шла помимо Порт-Артура, а в студии Федор Викторович Лисицын, большой знаток и техники, и вооруженных сил того времени, и личности, поскольку именно личности ковали историю той войны. Здравствуйте. Здравствуйте.